Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, где мы с вами готовим косметику из натуральных продуктов, никакой химии. Сегодня я хочу вам предложить сделать маску от пигментации. Она очень сильная, эффективная, и ее лучше делать вечером перед сном. Потом объясню почему. Значит, для этой маски нам понадобится 1 чайная ложка свежевыжатого лимона, пол чайной ложечки перекиси водорода 3%, 2 чайные ложечки у нас пойдет жирной сметаны и 5 таблеток аспирина. Приступаем к тому, что мы измельчаем наши таблеточки аспирина в ступе. И наш аспирин должен превратиться в пудру. Так выглядит наш аспирин. Теперь мы его добавляем к лимонному соку. Все это вымешиваем. Добавляем опять же перекись водорода 3%. И в завершение добавляем сметану. Все хорошенько еще раз перемешиваем. И наша маска готова. Вот такой консистенции она у нас получилась. Ну а теперь идемте наносить ее на наше чистое лицо. Ну вот, протерев наше лицо лосьоном, мы сейчас нанесем с вами вот такую вот чудесную маску. Маску мы будем наносить, как обычно, по массажным линиям, но будьте осторожны вокруг глаз, пожалуйста, потому что в маску входит, как вы уже поняли, аспирин, а это кислота ацидофиловая, да? Лимонный сок и перекись. Все это очень хорошо отбеливает нашу кожу и помогает нам избавиться от пигментации. При нанесении вы можете ощутить такое, знаете, некое покалывание за счет аспирина. Поэтому обязательно сделайте тест, всегда вас об этом предупреждаю, чтобы у вас, не дай бог, не было никакой аллергии на тот же самый аспирин или перекись. Эту масочку мы делаем курсами, как всегда, опять же повторяюсь, 2 раза в неделю, потом перерывчик и так в течение месяца. Сделав вот эти вот 8 раз курс, обязательно сделайте перерыв в месяц и замените эту маску на какую-либо другую из моих чудесных рецептов. Вот так вот мы выглядим. Маску я эту рекомендую делать вечером, но не перед самым сном. Почему? Потому как любая маска, она активирует процессы, и мы как бы возбуждаемся, да, потом нам тяжело будет уснуть. Поэтому сделайте ее вечером, если у вас есть такая возможность. Потом смойте тепленькой водичкой, подержав ее 20 минут. При высыхании вы увидите, что у вас как бы все впитается, и сметана, и все другие ингредиенты. А вот этот самый порошок от аспирина, он немножечко такой все равно будет крупинками. Как бы его мелко не измельчили, вот, все равно будут крупиночки. Возьмете через 20 минут, подержав эту масочку, какую-нибудь губку и аккуратненько такими массирующими движениями смойте эту маску. И вы получите такое некое скрабирование. После этого обязательно нанесите хороший такой слой вашего ночного крема и походите с ним до сна, поспите. А утром, смыв опять же все эти ночные наш крем и что у вас еще было, мойтесь хорошенько, протрите личико и обязательно нанесите после дневного крема солнцезащитный. Я беру 50+. И эта маска у нас осенне-зимняя, ее нельзя делать в жаркое, такое солнечное, летнее такое период, да, и обязательно нужно защищаться от ярких лучей солнца. Ну что, мои хорошие, спасибо, что были со мной, и до новых встреч, люблю вас всех, и с вами была любящая вас, повторюсь, Виктория. Пока!